Всем привет, с вами большой Саша, и сегодня у нас мини-обзор. Я бы коротко хотел рассказать о новой технологии в линейке компании HiWatch. Это камеры, поддерживающие звук по коаксиальному кабелю, так называемый AUX. Здесь можно долго не рассказывать, характеристики камер практически такие же. Единственная отличительная особенность – это все-таки возможность передачи звука по коаксиалу. Что это вообще такое и как этим можно воспользоваться? Давайте я вам сейчас расскажу. Поехали! В целом технология не нова. И тот, кто давно на рынке, знает, что у других производителей подобные технологии уже были. Когда мы используем лишь один коаксиальный кабель, и по нему у нас идет как видео, так и звук. И эта технология год назад появилась в линейке HiWatch, ну вообще в линейке Hikvision и в том числе в линейке HiWatch. И технология называется AUX. Суть ее очень проста. Мы берем специальный регистратор, который поддерживает эту функцию, и берем камеру с буковкой А в обозначении, например, вот такую. И подключаем одним коаксиальным кабелем. Далее в настройках регистратора мы указываем источник звука, именно технологию AUX, и мы получаем как видео, так и звук. При этом, если регистратор рассчитан на 16 каналов, мы получаем 16 каналов видео и аудио, что очень удобно. Говорить о качестве звука, конечно, сложно. Это не профессиональный микрофон или какой-то суперкодек. Это все тот же G711, но это очень удобно. Таким образом, мы можем на объекте все камеры сделать со звуком, а это очень актуально, если это какой-то магазин и требуется контроль качества работы продавца с клиентом. Либо же просто это какой-то детский садик или какая-то сфера, где требуется именно видео и звук. И это упрощает нам очень сильно жизнь. Точно так же, если вы модернизируете какую-то систему, вам нет необходимости тянуть отдельно кабель под микрофон. Вы просто меняете камеру со встроенным микрофоном и получаете то, что требуется от клиента. При этом я хотел бы отметить, что стоимость оборудования не увеличилась. И в принципе сейчас на складах все оборудование, которое раньше было, например, популярный регистратор 216Q, заменился моделью QA. Он стоит тех же самых денег, при этом универсальный. Вы можете использовать как с камерами, поддерживающими эту технологию, так и без них. И если вдруг клиент решил одну камеру добавить, вы спокойно можете одну камеру переключить звук с технологии AUX, что очень удобно. Для того, чтобы убедиться в качестве микрофона или вообще понять, насколько хорошо в него слышно, мы запустили его в офисе. Как видите, расстояние от камеры порядка 5 метров, и один человек разговаривает. Давайте послушаем, насколько хорошо слышен звук. Проверяем аудио на камере коаксиала с микрофона с в целом, внешний вид камеры выполнен в классическом варианте камер HiWatch TVI. Камеры с технологией AUX внешне абсолютно никак не выделяются. Если мы заменим камеру T203 на камеру T203A, скорее всего, пользователь даже не заметит этого. Добавляется лишь небольшое отверстие под объективом, и камера становится со звуком. Отличное решение. В качестве вывода все очень просто. Хорошо, когда есть хорошая камера 2 мегапикселя TVI показывает, а еще лучше, если у нее добавляется звук. И супер, если при этом не нужно перекладывать кабель. Наверное, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, пробовали вы эту технологию или нет, или, может, по классической схеме тянете отдельно коаксиальный кабель и используете микрофоны. Пока!